Одна из основных тем выставки – зарождение авиации. В конце 19 века весь мир был заворожен возможностью подняться в небо. В свойственной ему романтической манере художник рассказывает об истории воздухоплавания, показывает основные события покорения человеком воздуха, напоминает о героических страницах истории отечественной авиации. В работах Евгения Баранова запечатлены причудливые летательные аппараты конца 19 века, боевой дирижабль «Цепелин» и самолет «Русский Витязь», трансарктический перелет Чкалова и Луи Брелио над Ла-Маншем. Евгения Баранова называют белым художником. Главный художник Новосибирского классического театра, он мастерски работает с оттенками белого цвета. И для его произведений характерны неповторимый колорит и удивительный свет. Выставка будет работать до 25 марта.